Случайно не беременна, а что-то ты толстенькая стала. Красавица. Привет. Привет. Красотон. Что-то пузик у тебя подозрительно большой. Хвостик. Хвостик. Ты видел, он шел сразу, ну привет. Шел с разложенным и сложил его. Ой, ты хорош. Боже, ты у меня самый один из уникальных. Ой, ты красавец. Пойдем ты кушать на лавочку. Пойдем? Пойдем, пойдем. Пойдем. Пойдем, Катюля, иди сюда. Гостик. Гостик, привет. Иди сюда, Катюля. Пойдем, Гостик, пойдем. Водички тебе, наверное, надо тоже, да? Или у тебя там есть водичка? Ты умеешь пить с крана? Давай тебе в тенечек. Гостик. Тут Инна у нас, которая каждый день может видеть Хвостика. Да. Такое чудо маленькое. И он голодный. Вот такое впечатление, что он всегда вот голодный-голодный. Ну, вот это интересно. Оба стар, друзья, все его любят. Понедельник у нас сегодня. Маленькое видео с монтажом. Мы пойдем сейчас с Инночкой на набережную порта. Немножко походим, поснимаем. Мы идем здесь. Немножко поснимаем что-нибудь. Люди идут с моря, вы видите. Да, если вам далеко идти с моря, то в трусах не ходите, пожалуйста, по улице. Потому что местные очень не любят красиво. Этого. Да, ну, дети одно, детям можно, а взрослым не надо. Опа, старая. Инночка живет в Оба-Тайм у нас. Смотрите, хотел я что показать, друзья. Это безлактозный кефир, кто любит. Кто не, кому лактоза может вредно. Вот это Тахил чипсы, значит, смотрите, здесь они с йогуртом, они цельнозерновые, с чипсами ничего общего, они не жареные, они сделаны из зерна, видите, вот такие вот они со вкусом зелени и сметаны. Возможно, вполне, что здесь даже натуральные ароматизаторы, потому что они, ну, как здоровое питание, фирма Юлкер, известная наша, это я взял себе перекусить, ну, ресторанчик готов, и на нас ждут. Не было здесь. Ждут. Не было же ресторана здесь. Был Бразерс, это помнишь, пляж был Бразерс желтой этой? Ну, может, он по-другому выглядел как-то, немножко они его расширили, может. Вот, а мы сейчас выходим к отелю Мисуд. Алиса, привет, интересно, вы пришли сегодня на рынок или нет? Была в Мисуд, да? Вот. Мисуд у меня в этом году не прошел тест-драйв в плане того, что у них не работает вода ноги мыть. Сейчас еще раз проверю Мисуд, я вам даю еще один шанс. То есть я не пойму, где люди у них моют ноги, если не работает эта вода. Да, Инна? Наш, ну, возле входа прям. Ну, а возле каких отелей вообще есть такие края? Мало, вообще согласен, нигде. Мало есть. Слушай, может, там, оно сейчас работает все-таки? Может, оно все-таки работает? А ну, Инна, давай, ты счастливая, нажимай волшебную кнопку. Не, не работает, уже вижу. Уже видно, да? Уже вижу. Не работает, к сожалению. А так очень удобно, вот при входе в отель помыть ноги можно было когда-то. Мисуд. Справляйтесь. Баллы пока не снижаем, потому что отель хороший, отзывы о нем хорошие. Ревизор, да? Ревизоры. Так, все, я пока должен съесть чипсы и перейти через дорогу. Как раз пока перейдем через дорогу, я успею съесть эти чипсы, блин. Друзья, ревизор прошелся. Помните, там лестниц не было. Уже лестницу приварили на пирсе Абакой 11. Там не было лестницы, ты представляешь? Я показал, и они справились. Зовите меня, приду, покажу, все улучшится. Это у нас пляж 33-й. Людей много. Блин, опять... Друзья, это бомба просто. Эти чипсины, это... Они потрясающие. Они очень вкусные, очень мощный запах сметанки. Они стоят 15 лир всего. Вас 101. Море вообще бомба. Всего за 5 грамм. А мне еще переодеться надо. Да, море вообще... Красота. Такое чистое, это просто... Там, и на уже... в отеле Оба-Тайм, я говорю, ваш пирс есть? Она, нет, у нас нет пирса. Я говорю, есть пирс, и она его нашла. Сейчас покажем. Я первый день как-то мне было. Абакой 11, вот они, видите, какой. Страшненький. Не рекомендую. Кто? Я, как ревизор отеля, не рекомендую. Отель, а ты была в нем тоже? Нет. Не была? Не дай бог. Тогда, а почему так тогда? Ну, знакомая была. А, да? Не, я ж сколько вот встречал, вот тут была колонка. Уважаемый мэр, поставьте, пожалуйста, хоть одну колонку на вот этой всей длинной улице. Ну, вот это таки, наверное, надеюсь, фонтан будет. Да. Да. О, друзья, вот это уже точно фонтан. Боже, я что, тупой, что ли? Я здесь был на днях, этого не было. Ну, может, и не было. Не было?
Ну и делают. Значит. Блин, я шел же пешком. Ну и не было, значит. Не было, прикиньте, тут вообще я не помню, что тут было, но вот этого и близко не было несколько дней назад. Если друзья, я вас поздравляю. Вот это будет зона фонтана, и фонтан будет интересный и необычный. Я не буду открывать пока какой, но кто-то уже догадался. Я прошелся, и все везде заработало, блин. Тут просто или земля была вот так вот. Вот. А я же был буквально 3 или 4 дня назад здесь, по-моему. Ура, я нас поздравляю. К Новому году таки, возможно, мы будем с Инной в фонтане купаться. Слушай, надо было уже снимать без паузы монтажа, а то сам себе работу создал. Я не могу поесть, у меня еще кефиру. Все, я ем, меня нет. Да, была бы лавочка, мы сели и поели, да. Дорогой наш друг Аре, привет тебе. Извини, мы тебя опять расстраиваем. Он говорит, нет, не сыпь мне, говорит, соль на рану. Он там жил. Вон там, да, вон. Пентхаус. Главное, чтобы ты был здоров. Алания никуда не денется, дружище, так что поправляйся. Мало ли, Инночка, он знает, что ты на Новый год приезжаешь? Да. Аре, я не просто так это сказал. White Gold, друзья, боже, как классно сейчас воздух, да? Вообще аромат это. Да. Ой, кайф какой. Идет, бриз такой. Я буду небольшой. Купаться через минут 40. Ура! Идем дальше. Вот наш пирс. А, да, вот. Вон от пирса Батайма. Но только в него я боже, не как рискую. Они его построили, непонятно, что надо через воду пройти, и на горе там плиты скользкие. А там плиты скользкие, ну нафиг, я. Они его сильно далеко поставили, его ближе надо было сюда, они как-то не может, рассчитали. Может, он сломался, они его просто не сделали. Ну, может, хотя, по-моему, сколько я его помню, вот сколько я здесь, он такой. То есть теоретически мы с тобой сейчас могли покупаться прямо на твоем пляже с пирса. Так, а тут у меня аж кошка была где-то такая белая с темными, я помню. Вот это, наверное, антикроман. Да, а вот это вот. Вот это зеленый ботан начинается. А как ты могла пирс не видеть? А видео, помнишь, я его часто показывал? Я заходил на него несколько раз когда-то. Уже не помню. Лестница там есть пирса. Ну да. У вас есть спасатель на пляже, Инна, ты видел? Он тебя еще не спасал? Он мне Wi-Fi подключил. Вот, спас. Хороший так пляж. Без 15.5 пляжа отелей Кайла. Людей. Сотни, если не сказать. Ну, сотни реально. Последний ряд только пустой. Боже, а в море сколько их там еще? Ну да, здесь видишь. Очень много. И пляж длинный. На Азии много людей тоже. И солнышко хорошо светит. Нельзя сказать, что прямо адская жара, но... Очень комфортное солнце, очень тепло, слегка жарковато, но вообще супер погода, блин. Кайла же я тоже была. Кайла, да, бич фото. И это мы сити фото. Азия. Конечно, хорошая отель. В Азии не была. Говорят, не очень. Ну, это Ара нам сказал. Я помню, как ему Азия что-то не понравилось. Роман Иванович у меня аж в Азии был тоже. О, море так пахнет сейчас. Да, оттуда чуть-чуть вот так. На пирсе много людей в Азии. Ого! Людей полно. Так сейчас самый хороший сезон. Воду будешь мериться? А я не брал градусы. Да я когда мерял? По-моему, позавчера или когда-то. Ем-ем, они не заканчиваются. Я уже реально наелся. До кефира все никак не дойду. Они не заканчиваются. Очень вкусные. Азия. Это еще Кайла. Людей полно реально. Друзья, я давно не видел столько людей ни на Кайле, ни на Азии. Смотровая площадка. И в кафе, и на лежаках, и на пирсе. Люди повсюду. Всем привет, кто меня узнал. Я знаю, один человек там должен быть, который меня узнал. И чувствую. Напишите, кто сегодня отдыхал здесь. В воде сидят, что-то все на мели прям. На мельце сели и сидят. Чего никто не плавает? А нет, он плавает далеко. Ой, красота какая. Боже, неужели я сейчас буду купаться в этом теплом море? А Инна не будет. Я уже купалась. Она уже купалась полдня сегодня. А в горах опять, смотри. Там как будто снег, град идет, я не знаю. Ужас. Там 100% дождь сейчас идет вот там отдалеке. Офигеть. Насколько вот разная. Помните, я мечтал об апельсинах? Вот смотрите, что было бы, если бы тут были апельсины. Финики сыпались, видите? Их спилили.
Да, тут надо не фруктовые сажать, потому что действительно некрасиво, когда оно будет падать. Уже смотри, пойдешь, наступишь, это будет липкое, сладкое, да. Все это. Поэтому правильно сделали, что апельсины здесь не сажали. Финики спилили. Плоды, чтобы не сыпались. В оба динозавры не живут, а в Тосморе вот почему-то, вот именно вот Тосмор, только знак переходишь, Тосмор, и тут динозавры есть, а в оба нету. Можно ближе подойти, вы не убежите? Сан Прайм Силонж, клуб Бояр. Инна здесь была на этих пляжах. Да, Инна? Симплифайн. Как не было? Нет, я говорю, где я только не была. А, где только не была? Алания, Бич, Хотел, Канна. Сан-Франциско он назывался, потом здесь сделали студенческую общагу, а сейчас написано Алания, Бич, Хотел, Конаклама. Не похоже, там, смотри. Но он был студенческой общагой несколько лет. А может, да, может. Ой, на солнце меня прям аж уже припекает. Очень много людей на пляже Саритаж снова, как и вчера, или когда я здесь был. Вчера я тут проходил, да? Да, как Саритаж, а Симплифайн. Я тебе привет вчера передавал. Говорю, Инна, приезжай, я скучаю. Возле Симплифайна проходил. А, это значит, меня не было? Была вчера. На Саритаж много людей. Без 10:05 время. Голодный пацан шел. Да, пляж Саритаж, друзья. Вот он. Людей много купающихся. Ветерочек дует такой даже освежающий слегка. Да, но солнце классно. Хорошо. Солнце именно комфортное сейчас. Вот печет. Не печет даже, а вот комфортно. Но если бы не было бы. Днем оно жаркое, да, Инна? Ну, когда купаешься в море, то нормально. А если лежишь? Быстро, ну, обгораешь. Я не лежу. Не лежишь на солнце. Правильно. Я под зонтиком. Это правильно. Ой. Какая красота, боже мой. Да. И пляж тут Гранд Туисала дальше. Рыженький, где ты? Кс-кс-кс. Вот тут надо начинать его смотреть. Ага. Рыженький, ну сейчас он на солнце вряд ли сидит. Рыжулечка, выйди, покажись нам, а. Рыжулик, он к закату обычно выходит, а сейчас, видишь, немножко рано еще. У меня чутье, вон он под лежачком-то. Вон. Видишь, рыжая. Рыжик, рыжик, как я заметил. Кс-кс-кс-кс. Рыжульчик. Кс-кс-кс-кс. Спит, что ли? Туда нельзя пройти. Да увидишь, тут плохо, что тут спуска нету. Мой красавчик. Иди, Инна пришла к тебе. Иди сюда. Рыжульчик. Иди сюда, вкусняшки. Ой, самый, самый медийный. Мой красивый. Самый, самый старенький. Идем, идем, идем. Ой, о, как все сложно. Смотри, на барло. Ух ты. Как придумал. Посмотри, как у него все что. Привет, мой красавчик. Боже, спасибо тебе. Спасибо, что ты вышел. Давай, иди, давай. Иди. Мой красавчик у нас. Блин, а я пакетик не взял. Он не ест пакетики. Не, а, он не ест пакетики? Ну, сколько я ему давала, он не ест пакетики. Кто за ним скучал? Вот он, наш красивый. Молодец, вышел. Да какая... Я бы не подумал бы, что он через дерево, как у него все отлажено. Я думал, что он как-то... Ну да, как, если там высокая стена. Молодец. Ой, красивый. Ну, в принципе, он не похудел особо, да? Нормальный. Такой же, как и был почти. Я вспоминаю, как он на лавочке лежал, да, сюда. Идешь на море 3 года назад. Ой, без кости. Самый ты, самый старожила. Без кости. Да. С ним же все фотографировались. Получается, да, это первый кот вообще. Я еще никого не знал, я его увидел вообще первым, наверное. Самый-самый. Боже, как много людей везде сегодня. В море сколько людей сидит. Ну, а там, конечно, этих нету быков никаких дальше, да? И, ну да, нету, где-то, в принципе, нету. Потому там, где такой, я когда-то шина, открытый то ли море. Прошлый год, то ли позапрошлый, он, видишь, он за пирсом, вот смотрите, желтое пятно он вдалеке. Ага. Видишь? А-а-а. Вот я туда плавал. А-а-а. Ну, наверное, минут в одну сторону что-то. Минут 20, наверное, у меня занимало, не больше. Ну, довольно далеко. Лужа такой. Красавчик. Ой, маленький. Вообще обалдеть. Ну, спасибо, что вышел.
Водичка есть там перекусил. У тебя, наверное? Ой, давайте. Мой котик. Не хватает лавочек, да? Вот самый первый, кто страдает без лавочек. Боже, он пережил эти ремонты набережных. Представь, какой у него стресс, да. Он год жил в этом. Да. Скажи, лавочки снесли, набережную снесли. Это что вообще такое, да? Самый-самый древний кот Алании по набережной, которого вы могли видеть еще и 6 лет назад, и 8 лет назад, наверное, он жил напротив отеля Саритаж. Да? Без хвостик, самый медийный, самый-самый звезда. Каждый год люди приезжают, с тобой фоткаются, приходят к тебе. Красавчик, говорю, что у меня столько внимания. Все, увидимся. Пока. Спасибо, что вышел к нам. Спасибо, без хвостик. Все, кушай. Кушай. Кошачий талончик. Все, пока. Ты со мной еще пройдешь, да? Может, ты со мной покупаешься? Ага. Сколько людей сегодня, друзья, на всех пляжах. Я реально забыл, когда я видел столько людей. Ой, как я хочу на пирс сходить. Это. Там сейчас пускают все. Нина. Танечка, мы видео делаем сегодня? Ну, я раньше 7:30 только не приду, Тань. Где-то примерно ближе к 8 я приду, хорошо? Все. Слушай, а у тебя нет с собой купальник? А я хотел тебе предложить, может, реально покупаться он с пирса. Минут 20. Стоп, все, я же без купальника. Предлагай, ну, не предлагай. Смотри, можно было бы сейчас мы здесь где-то переодеться и пойти с пирса покупаться. И здесь, вон переодевалки здесь, вот две. А, ну тут опять же неудобно спускаться, это надо спуститься аж оттуда, блин, на релаксе. Ну ладно, тут там надзиратели сидят, а то прогонят. Слушай, воспоминания. Аня, мы тебя ждем, я знаю, ты сегодня приедешь. А ты на не верит. Аня сегодня приедет из Минска, Аня, друзья. Ага, она партизанка белорусская. Не зря же белорусские партизаны, они самые партизаны были. Самые партизаны. Так, это Гранд Кэптон у нас. И кто любит релакс, сейчас мы вас в релакс приведем. Смотрите, как много людей тоже в релаксе. Причем у них и горка отработала, мне кажется, только вот пошел человек с горки. Ну, в общем, я Таня сказал, что я буду ближе к 8. Но вроде не против. А ты обувь еще не смотрела, да? Я не буду. Я купила там. Все есть. Можешь себе представить? Где? Ну, у нас дешевле. Смотрите, пляж релакса, друзья. Людей очень много, лежаки заполнены. Ну, все почти. Почти все реально. Так это время уже многие ушли. А если час назад, тут было еще больше людей по-любому. Релакс. Вот они. Все, и пошел я купаться, наверное. Я с вами прощаюсь. Я пошел. Пошли со мной переоденемся. Да. Пойдем. А там можешь потом он подземный переход пойти. О, точно. Да? Релакс у нас справа. Спасибо, что вы мне написали, что реально, пока я был в Италии, тут сильнейший шторм был 1-2 числа. И вот этот вот берег так вот подкосило, блин. Но это шторм был хороший, я думаю, 5 не меньше было. То есть такого шторма я еще в этом году, наверное, не видел. Даймонд. Воду дали. Это вода бежит. На лежачках тоже еще люди есть. Время-то уже после 5. Есть люди на лежачках. Мало лежаков. Даймонд, он такой огромный отель, а лежаков на нем реально очень мало получается. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Хотя, не, лежаков-то валом. Кому надо, они их расставят. Значит, людей мало в отеле, потому что раз всем хватает вот этого небольшого количества лежаков. Инна говорит, вода сегодня вообще чудесная. Как и всегда. Всем привет, это был Даймонд. Ну, такая прогулочка получилась по набережной Оба и Тосмура. А она у нас почти вышла без паузы монтажа. Я только выключался и включался. Можно было бы реально лучше бы снимал. Но я чипсы ел. Занят был. Красота. Штиль, видите, какой. Смотрите, какая водичка, друзья. Она просто сказочная.
просто потрясающе, прозрачненько, чистенько. Ну-ка, люди, а тут еще с этой стороны лежит Арси Блю Бич. На его фоне, увидите, небо, как будто там град и снег идет, гора где-то темная. Заварил, у меня аккумулятор сел. Смотрите, какая прозрачная вода. Такое в космосе не всегда бывает. Вообще потрясающе. Вода где-то 26,8-26,9, друзья, примерно. То есть не 27,5, но она хорошая. То есть вы заходите, через 2 минутки уже она окажется вам абсолютно теплой. Смотрите, какая красота. Всем мира, добра, позитива. Всем пока, я погнал купаться. Так, прогулочка у нас получилась по набережной Мобайтус. Потрясающее море. Возле берега на полградуса прохладнее, чем там вот за тем вот буёчком. Там дальше теплей. Но в среднем где-то около 27 вода сегодня здесь, Тосмари. Вода просто потрясающая, друзья. Полный штиль, она просто, смотрите, покупался. Вообще такое счастье. Бежать надо, нет времени, а то посидел бы еще час в воде. Просто сказочное море сегодня.